Всем привет! Я вспомнила, что я снимала для вас влог, но из-за того, что Шуня заболел спонтанно, я выложила видео про то, что Шуня заболел, и поэтому влог уже не так актуален на данный момент. Это было до болезни Шуни, поэтому я записываю вам это вступление специально сейчас, чтобы сказать, что это все было ранее. Поэтому приятного вам просмотра! У меня в последнее время крысы ночью любят устраивать бардак. Посмотрите, лежат они, отдыхают. Полку перевернули полностью. Одна тряпка вон там, вторая тряпка тут. Все, лежат, отдыхают. Перевернули. Один раз было, что я положила им вон ту зеленую переноску на полку. Утром она была там в углу. Как они ее туда перетащили, я не знаю. Лежат. Спят. Какашки надо убрать. А у этого молодого человека все нормально. Лежит. Я ему пока одолжила их домик, потому что постирала его этот синий домик. И гамак его постирала. Так что ему по кайфу. В конуре лежит. Лилюша, доброе утро! Мы сейчас будем делать перестановку в комнате. Купили новые вещички, стул, кресло, мешок, стол сейчас будем собирать. Вот там хочу поставить стол. Так что что-нибудь вам сниму сейчас. Серый такой стол. Сейчас будем собирать. Это оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. Мы уже часа полтора-два собираем этот стол. Уже почти на финишной прямой. В общем, мы собрали этот стол. Наконец-то! Это оказалось очень сложно. Это вам не мебель из Икеи собирать. Тут все гораздо сложнее в инструкции было, поэтому уже на улице темнота, короче, пока мы собрали. Вот, и вот такой результат получился. По-моему, прикольно. Буду вам теперь иногда видео снимать там, за этим столом. Решили мы этот домик выкинуть. Он уже весь какой-то слишком разболтанный. И эту корзинку из этого домика повесили вон туда в клетку. А маленькая корзинка у Илюши пусть останется в клетке. Короче, мы с Андрюшкой решили по всем арбузам пройтись и купили оранжевый арбуз. Уже его съели почти, вот это то, что осталось. Я забыла снять просто сначала. Что могу сказать? Мне оранжевый арбуз вообще не понравился. Он какой-то ненасыщенный. Пишите в комментариях, если вы пробовали оранжевый арбуз, он какой у вас был, сладкий или такой не очень? Потому что мне он вообще не понравился, я бы второй раз вообще его не взяла. Хотя, когда мы его резали, он прям хрустел, как будто он суперспелый. Так что вот такой вот оранжевый арбуз. Сейчас сама буду есть и крыскам дам. Лежат, отдыхают. Арбузик кто будет? Кто будет арбузик? Шуня! Беги, беги, беги. Мамба, давай скорей. Умница. Илюшка. Илюшка, на. Держи. Илюш. Вот так они вкусно кушают. Оба глаза прищурили по одному глазу, потому что усами друг другу в глаза. Так смешно. Крайний глаз открыт, а другой глаз закрыт. Кушайте, кушайте, хорошие мои. Ай, как вкусно! Я еще, кстати, под столик теперь поставила Илюшину клетку. Очень удобно она вошла. Он пока что с Шуней и Мамбой в клетке. Вот. А на всякий случай у нас эта клетка все равно все время стоит в комнате. Вот, а здесь под столиком она место не занимает. Вообще отлично получилось.
Я еще думаю этот мешок поменять местами с клеткой. Вот, поставить туда мешок, чтобы он в углу там был, не мешал никому ничему. А клетку тут как раз будут две клетки рядом. Так что попробую сейчас еще так переставить. По-моему, получилось идеально. Все, теперь все отлично встало. Мешок здесь. Не мешает никому ничего. И вот так вот получилось. Сегодня была в фикс-прайсе, купила вот такой контейнер для овощей, поставлю в холодильник, потому что у нас старый холодильник, там нет никаких отсеков для овощей, вот, поставлю это в холодильник, купила тряпочку для крыс новую, стелить буду им на полке, вот такую серенькую. Потом взяла такое мыло от пятен, я много слышала, много кто рекомендовал, что... Вот это мыло очень хорошо удаляет пятна и еще очень хорошо очищает белую подошву на обуви. Поэтому берите на заметку. Купила вот такую ложку делать шарики мороженого. Я делала мороженое банановое сама. Вам дальше покажу, вообще вкусное оно или нет. Если что, поделюсь рецептом. Вот такие губки купила. И, наконец-то, я купила совок, чтобы убираться в клетке у крыс. То есть вот так вот грязный наполнитель просто выкидывать, чтобы удобно было. Наконец-то, спустя сколько времени я купила этот совок. Так что такие вот покупки. Илюша, в общем, опять себя плохо вел. Опять дрался, его отсадила пока. И еще вчера ему взяла камень в зоомагазине. Повешу ему в клетке, потому что у него нету, а он очень часто грызет клетку. Вот, мало ли ему зайдет камень, потому что Мамби и Шуни не заходят камни, а ему вдруг зайдет. Так что я повешу сейчас. Что ты, плохой мальчик? Плохо себя ведешь, да, Илюша? Хочу сказать, решила я вернуться к их прогулкам на нейтральной территории. Снова отправила их в ванную. Так что надеюсь, что это как-то поможет им сблизиться. Вон сейчас он к Шуне опять подбегает. Не пищит даже уже. Короче, сейчас буду наблюдать за ними. Вот, вы посмотрите. Ко всем лезет он. Сейчас я им дам по орешку. Это не жареные орехи. Обязательно, если даете любые орехи, должны быть они не жареные. Мамба. Шуня. Мамба, я тебя ждала. Мамба. Илюша. На. Сейчас буду пробовать делать мороженое, шарики такие. Вот, и прикиньте, как совпало, что у меня прям под цвет этой формы силиконовая эта ложка получилась. В общем, эта ложка в принципе работает. Получились вот такие шарики, но вот это не получилось, это был первый. Вот, а в принципе получились вот такие шарики. Но обязательно мороженое должно быть подтаянное. Получилось вкусное. Его делать буквально 5 минут. Я просто взбила блендером бананы, добавила туда сливки 10%, можно даже просто молоко добавить. И добавила... одну ложку сгущенки. Сгущенку можно было не добавлять, потому что бананы и так сладкие. И получается, всю эту смесь в блендере взбиваете, кладете в форму и на ночь в холодильник убираете. И так можно делать не только с бананами, но и любыми другими фруктами. С клубникой, например. Так что берите на заметку. Накакали тут. И, кстати, уже, наверное, час они сидят здесь в ванной. Вообще ни разу ни писка, ничего не было.
Вот сейчас я им водички налью в мисочку, потому что они без воды. Вот, и в принципе я оставлю, пусть они здесь тусуются. Мы сейчас ездили забирать хомячка для сестры. И смотрите, вот он здесь сидит. Мальчик такой персиковый. Сейчас придем домой. Мы уже доехали. Сейчас придем домой. Я вам покажу его в клетке.